Страницы истории нашей страны очень разные. Это и тревожные дни, это и взлеты, это и вехи победы, стойкого развития и, конечно же, радостные дни победы. В малых городах, в столицах, в городах чуть поменьше и побольше живут миллионы россиян. Люди сильные духом, смелые, талантливые, отзывчивые. И мои земляки, назаровцы, они тоже такие. Они тоже умеют прийти на помощь. Они тоже очень сильные. Они тоже очень смелые. И я горжусь назаровцами. И я горжусь нашей страной. Сегодня в музейно-выставочном центре вручали паспорта нашим гражданам, молодым людям, назаровцам. И я смотрела, с каким трепетом и ответственностью наши молодые назаровцы получали такой важный документ. И становится очень спокойно за наше с вами будущее. Прекрасно понимаю, что каждый из вас, сидящий в этом зале, или любой житель города или маленького села в России может сказать: «Россия, мы гордимся тобой! Россия, мы любим тебя! Россия, мы сохраним тебя!» И так будет всегда. С праздником, дорогие назаровцы!